Польский писатель и журналист Зимовит Черек на сайте «Новое время». Главный козырь Москвы в войне с Украиной. Запад прибежит за стол переговоров при первом же кивке со стороны России, вне зависимости от того, что она натворила. Независимо от того, какую стратегию Запад выберет в отношении России, у Москвы на руках всегда останется один важный козырь. Россияне могут позволить себе делать все, что захотят, и вновь вернуться за стол переговоров. Многие на Западе и даже в Украине приняли тот факт, что Крым российский. Создается впечатление, что одобрение большинством жителей полуострова аннексии служит для Запада своего рода оправданием от угрызений совести. Все в порядке, думают там. Может, россияне и не должны были этого делать, да еще и перед носом у всего международного сообщества, но по крайней мере этого хотят крымчане. Таким образом, Запад думает о Крыме примерно так же, как Польша думала при Юзефе Пилсудском и Эдварде Рыц-Смигле, которые в начале и в конце межвоенного польского государства захватили Вильнюс и Заользье. Возможно, этого и не нужно было делать, но ведь люди хотели. И чем больше моральная дилемма, тем легче принять реальность. Правда, однако, состоит в том, что у Запада нет ни одного ответа на российскую агрессию, ни одного козыря в руке, чтобы вытеснить Россию из Крыма. Понятно, что Россия не может вернуть полуостров без потерь для имиджа, и в собственных глазах, и в глазах международного сообщества. Понятно, что Россия будет бороться за Крым до последней капли крови, а Запад боится унизить ее, поскольку униженная Россия – это непредсказуемая Россия. Более того, Россия с каждым разом все отчетливее понимает, независимо от того, какой бардак она разыграет на своих границах, Западу придется с ней договариваться, чтобы как-то урегулировать сложившуюся ситуацию. Запад прибежит за стол переговоров при первом же кивке со стороны России, вне зависимости от того, что она натворила. Потому что Запад воевать не хочет. И Россия это понимает. Еще весной прошлого года Александр Дугин, человек, к которому Кремль так или иначе прислушивается, серьезно принимал во внимание возможность размещения натовских баз в центральной и западной Украине, если Москва захватит так называемую Новороссию. Теоретически Россия могла бы агрессивно действовать даже по отношению к стране, принадлежащей к НАТО, хотя бы для того, чтобы протестировать, как далеко ей позволят зайти. Возможно, россияне дождались бы какого-то ответа от НАТО, но он, наверняка, был бы не очень опасным для Москвы. Трудно представить себе налеты бомбардировщиков на российские города или каких-нибудь интервентов, заходящих на территорию России. Ядерная Москва в подобной ситуации будет непредсказуемой, а Запад этого боится больше всего. Или же считает, что подобная игра не стоит свеч. Скорее всего, санкции против России продлят, но отменят, как только Россия сядет за стол переговоров и будет демонстрировать желание угодить Западу. Очень плохо, что Россия начинает понимать то, о чем раньше только догадывалась. Запад воевать не хочет. А не хочет он воевать потому, что Россия не центр вселенной. Да, она занимает огромную часть мира, но остается провинцией. И в принципе может творить в своей провинции все, что хочет. Российский беспредел в регионе не стоит риска ядерного конфликта или распада России на ряд безответственных, бунтующих и потенциально разбойничьих территорий, по которым на черных внедорожниках разъезжают славянские военачальники в больших шапках с черными чемоданами в руках, где хранятся коды от ядерного оружия. Запад понимает, что обречен на сосуществование с ядерными россиянами, на партнерство, в котором условия не выполняются, и никто не знает, что спровоцирует их неадекватную реакцию. Правда также состоит в том, что если бы жители Крыма не хотели принадлежать к России, она не смогла бы их удержать. Россию остановит только то, чего она не сможет переварить – истощение собственных ресурсов. И Россия, к счастью, это понимает. Понимает, что ей еще предстоит проглотить Абхазию, задобрив людей строительством дорог и ремонтов больниц, поднять пенсии и зарплаты в Крыму, контролировать и поддерживать другие территории. И это при растущей международной изоляции. Сегодня уже тяжело представить, что Россия присоединит Донбасс,
Чтобы оправдать ожидания местных жителей, которые, во-первых, не столь однородны и однозначно пророссийские, а во-вторых, будут требовать от россиян возвращения того порядка вещей, который был до начала войны. Да, можно было отстроить относительно небольшой Грозный и поставить во главу Чечни Кадырова. Но Донбасс – это не горная кавказская провинция. Еще труднее представить, что Россия решится захватить такие большие украинские города, как Харьков, Днепропетровск или Одессу, потому что после Донбасса стало ясно, подобные наступления невозможно провести одними лишь силами ополченцев и рассчитывать лишь на местную российскую пятую колонну. Подобный сценарий приведет к выжженным руинам и росту украинского сопротивления, а российскую армию, входящую на территорию крупнейшего европейского государства, с танками и самолетами не скроет даже Путин. Кроме того, это довело бы отношения с Западом до катастрофы. Хотя пока непонятно, как эта катастрофа могла бы выглядеть. Ужесточение санкций, углубление международной изоляции и, возможно, даже падение правящего режима. Я уже молчу о сложностях управления столь большими территориями и внедрения их в российскую экономику при одновременной борьбе против украинских партизан. И с другой стороны, Россия видит, что бы она ни сделала, Западу придется с ней разговаривать. И, следовательно, она может вести себя как безответственный и упрямый ребенок. Во всем этом конфликте данный факт составляет наибольшую опасность.